Здравствуйте, уважаемые студенты! Сегодняшняя наша тема – анализ стихотворений Анны Ахматовой «Я научилась просто не дрожить». Цель нашего урока – познакомить учащихся с стихотворением Анны Ахматовой «Я научилась просто не дрожить». Сегодня у нас в гостях преподаватель русского языка и литературы Кыргызского государственного университета культуры и искусств имени Бибисары Бишеналиевой Анарбаева Гульзат Ахматовна. Я научилась просто мудро жить, смотреть на небо и молиться Богу, и долго перед вечером бродить, чтобы утомить ненужную тревогу. Когда шуршат во враге лопухи, и никнет кровь рябиной желто-красной, слагаю я веселые стихи о жизни тлены, тлены и прекрасной. Я возвращаюсь, лежит мне ладонь, пушистый кот мурлыкает умильней, яркий загорается огонь на башенке озерной лесопильни. Лишь изредка прорезывает тишь крик аиста, слетевшего на крышу. Если дверь ты мою постучишь, мне кажется, я даже не услышу. Я научилась просто мудро жить. Поэтесса за свою жизнь создала много произведений. Некоторые из них пользуются особой популярностью среди читателей. По мнению некоторых почитателей, творчество писателей и поэтов того времени одним из ярчайших образцев лирики Серебряного века является «Я научилась просто мудро жить». «Я научилась просто мудро жить» Анны Ахматовой – одно из произведений, в котором нашла отражение тема русской природы. Она возникла, потому что после замужества Ахматова долгие годы жила в имени мужа Николая Гумилева. И близость природы не могла не сказаться на творческой душе. Описание природы позволило автору раскрыть внутренний мир героини и ее переживания. Оно пропитано чувством любви и нежности к малой родине. После замужества и рождения сына, говорила Ахматова, я научилась просто мудро жить. Анализ одноименного произведения раскрывает душу женщины, которая в годы гонений смогла найти утешение в природе, в вере Бога. В результате Анна Ахматова постепенно учится самостоятельно справляться со всеми возможными бытовыми проблемами и вести хозяйство. Поэтому рождаются строки «Я научилась просто мудро жить». Творение великой русской поэтессы Анны Ахматовой «Я научилась просто мудро жить» открывает перед нами женщину, которую рассуждающую о краткости жизни, а также смерти, о неизвестности следующей за ней. Женщина, которая меняется на глазах, уже не просто хочет возвращаться в прошлую жизнь, чувствам, оставшимся там. Наоборот, героиня снова обретает радость и покой, а это лучше уменьших неприятных воспоминаний. Стихотворение Ахматовой дает нам понять, что в жизни стоит остановиться хоть на миг и попробовать найти самые драгоценные, незаменимые минуты. Ценить нужно каждый прожитый миг, ведь жизнь бесценна и неповторима. С этим мы закрепляем наш урок. Спасибо за внимание. До свидания. Урок преподавателя русского языка организован и проведен на достаточно профессионально. Все этапы урока четко спланированы и выдержаны.